Вы знаете, я хочу всех успокоить. Войны, разумеется, такой глобальной, масштабной не будет. Не будет ее никогда. По одной простой причине. Запад к этому не готов. Западу это абсолютно не нужно. Запад настолько пресыщен, настолько комфортно себя чувствует, что войну не потерпит ни одно население, ни одной демократической страны Запада. Поэтому мы, разумеется, в эти войска, ну, я не знаю, это было бы крайне неразумным со стороны нашей правящей партии, но такого вот открытого конфликта и широких военных действий, разумеется, не будет.